уважаемые дамы и господа. Добрый день, международная профессиональная ассоциация «Амбрейсинга» представляет чемпионов России «Амбрейсинг». Могу я удержать тупо бицепс, ну, держать, я не выдерживаю. Он слишком. Он, если бы он встал, знаешь, зашел и встал, я бы его передержал. Но он постоянно дает давление. Меня вот, постоянно, ну, надувается быстро бицепс. Стал бороться верхом, начал выходить, но опять же стал бороться именно мясом. Но опять же закрыл замок, он, а я держал мышцу, и он меня потихоньку задавил. Тоже маленькая мышца, быстро устаю. Ну потом сам стал в замок, больно, но другого выхода не оставалось. И получилось побороться. Четвертый раунд боролись, опять стал замок, все вроде бы в порядке, начал дергать, побыстрее закончить, чтобы еще какие-то силы сэкономить. Все, вышло наоборот, раз, замок открылся, опять пришел в борьбу мышцой, он меня опять задавил. Разговора нет. Ты проиграл, да, ты рассчитываешь на победу, ты проиграл, у тебя что-то не получилось. Ты где-то выбивает из колеи. Но я там выкладываюсь на не на 100, на 110, на 150, на 200%. Все, что во мне есть, там, морального, физического и всего остального, я оставляю там все какие-то вещи, которые тебе не удались. Наверное, твой минус в первую очередь. Значит, ты чего-то не учел. Принцип один и тот же, что в жизни, что в спорте.
Что дальше? Дальше там выиграли.